Вот, наконец, пришла машина, которую я до этого выкидывал, выбрасывал на сайт, на наш форум. Просто решил такое небольшое видео сделать. Мотор 5 VZF-E, пробег 65 тысяч машины. Ну, состояние вы сами можете видеть. Фары как новые. Здесь она немного запыленная. Дороги было. '98 год, 185-й сурф. Есть там небольшие коцки, там сам вот, ну, это такие микрокоцки, которые вообще не играют роли. Резина новая абсолютно, вот даже пупырышки остались еще. Усики. Ни грамма ржи. Вообще. Ну, в идеальном состоянии машина как новая. Сейчас покажу вам еще один прикол. Даже осталась заводская наклейка на раме. Ну, то есть OEM наклейка, да? Код. Вот. До сих пор. Глушак. Раздатка. Номер шикарный вообще. Я же говорю, на заводе читается все четко. Ну, состояние салона вообще нульсовое, можно сказать. Сейчас пробег покажу тоже, что говорится, уже до конца проверили. Есть центральный дифлог, ну, в смысле, когда включаешь раздатку, автомат подключается. Заведем, даже можно завести с полоборота. Магнитола какая-то навороченная, клипс, DVD-ROM, да, здесь все есть, короче. Заводская есть что-то, радио типа. Японец молодец, в чехлах Toyota была. Содержал внизу, я открывал, смотрел. Новые сиденья вообще. Нульсовые остались, состояние нульсовое. От крауна это лежит, как его, коврики. Здесь открываем. Ну, здесь стандартный работ сурфовский, как в сурфах под сиденьем. Что здесь у нас? Крутяжка заводская, конечно, заводской домкратик тойотовский. Ключи вот какие-то, ну, в смысле, баллонник и так далее. Огромный багажник. Это японец клал здесь какую-то штуку, здесь сложил. Вот, вот родная. Пластик, все в идеале. Короче, машина то, что надо. Села она человеку в 440 тысяч полностью здесь. Это вместе с доками, кстати. На доках. Там какая-то наклеечка на мосту есть, я еще не понял, может это у него еще и ЛСД мост, так это вообще будет просто песня. Надо будет ее задомкратить и проверить старым дедовским способом. Аморты, кстати, тоже спорт режим, ну, норм режим, как всегда, да, на Тойотах эти моменты.
называется SSRG. Вот. Ну, конечно, она сейчас немного запыленная. Помыть ее вообще конфета будет. Вот такие дела, ребятчики.